Впервые за долгие годы в Одессе прошел чемпионат Украины среди юниоров, а также всеукраинский детский турнир по прыжкам на батуте. В наш город приехали 160 спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет из 7 областей Украины – Харьковской, Киевской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и города Славутич. Провести масштабные соревнования в Одессе удалось благодаря новым немецким батутам, которые презентовали нашей стране европейские партнеры. Батуты у нас появились благодаря нашей Украинской Федерации гимнастики, которая обратилась с просьбой к фирме немецкой «Евротрамп». И они пошли, конечно, на очень большие уступки, сделали нам большое одолжение. И весь мир заинтересован в том, чтобы на Украине развивался батут. Одесские спортсмены показали высокие результаты на чемпионате Украины. В активе нашей команды 2 золота, серебро и 5 бронзовых наград. Я занимаюсь с 6 лет, вот как прошел в первый класс, меня отдала сюда мама. Я уже занимаюсь 8 лет, и для того, чтобы хорошо себя чувствовать в воздухе, нужен хорошо развитый вестибулярный аппарат и, так сказать, навык. Потому что, например, когда ты выходишь в воздух, ты должен быть абсолютно ровным, и если ты собрался делать элемент, ты не должен передумывать. То есть, если ты делаешь двойное, все, ты должен его до конца доделать. Если ты передумаешь, ты можешь либо вылететь, либо травмироваться, что не очень-то и хотелось. В конце мая в зале спортивного клуба «Исток» состоится еще и чемпионат Украины по прыжкам на батуте среди взрослых спортсменов.